результате взаимодействия с департаментом здравоохранения и территориальным фондом обязательного медицинского страхования нам удалось получить из фондов, неснижаемых фондов ТР-фонда, получить почти 2,5 миллиона рублей на приобретение современных дефибрилляторов. Мы провели такой же апгрейд, мы получили, приобрели эти дефибрилляторы, провели конкурсную процедуру, ну как положено в соответствии с 44-м федеральным законом, и теперь все машины скорой медицинской помощи, 28, имеют современные дефибрилляторы на своем борту. И это очень здорово, потому что у нас они были, но уже они срок эксплуатации их истек, и они постоянно у нас находились в ремонте, постоянно мы их заменяли, подменяли. То есть на сегодняшний день эта ситуация стабилизировалась, но это стало благодаря вот совместной работе и департамента здравоохранения, и фонда обязательного медицинского страхования.